Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий встретился с представителями благочиния и главным врачом Люберецкой областной больницы Дмитрием Семенцовым. За круглым столом они обсудили меры противовирусной безопасности во время религиозных массовых мероприятий. 2 мая православные верующие отметят один из главных церковных праздников – Пасху. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции сотрудники храмов и священнослужителей проинформировали о вакцинации от COVID-19. Учитывая то, что было в прошлом году в период возникновения вот пандемии, мы знаем, что и в Сергиевом Посаде, и в других храмах большое количество священников заболело, и прихожан. Поэтому мы хотим защитить и позаботиться о наших жителях.